24-летний мужчина уехал из дома на собственной машине купаться накануне. Об этом знали родственники. Беспокоиться и искать начали, когда не дождались его ни вечером, ни ночью. О том, что он утонул, им сообщили сотрудники полиции, которые нашли документы и телефон пропавшего в оставленной на берегу машине. Он из Армении. Он армян по национальности. Зовут его Гагик. Но он в гости сюда, в Курган? Да, он сюда, в Курган приехал. У него отец здесь живет. Он приехал сюда к отцу там. И вот так и он себе купил машину, и все. Патент снял, и работал, и все. Родственники говорят, что Гаги был непьющим молодым человеком, на здоровье не жаловался, да и голубые озера ему были знакомы. Тело обнаружила ребятня, которая ныряла с лягушатником. Пацаны нырнули, увидели сначала ноги с руками, потом еще один раз нырнули поближе и увидели просто тело. И вызвали милицию там, ну и потом милиция приехала, и мужики дошли и вытащили труп. Управление МЧС России по Курганской области призывает не забывать о мерах безопасности при купании. Одной из главных причин гибели называют страх, растерянность человека, оказавшегося на глубоком месте. Спасти может одно – знание правил безопасного отдыха на воде. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».